Полина Петухова выиграла мировой гран-при по кикбоксингу в Чехии. Спортсменка из Чувашии одержала верх над сильнейшими файтерами континента и планеты в самом жестком разделе этого вида спорта – К1. В турнире выступили 220 участников из 17 стран. Сильнейших определили во всех весовых категориях среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин. Подопечная заслуженного тренера Чувашии Сергея Шабердина выступила в весовой категории до 52 килограмм среди женщин. Конкуренцию ей составили 11 представительниц различных стран мира. За два дня Полина провела три поединка против спортсменок из Польши, Австрии и Чехии. Во всех встречах на ринге спортсменка из Чувашии одерживала уверенную победу. Тем самым выиграла чемпионский пояс Гран-при Всемирной ассоциации организации кикбоксинга. Сейчас Полина Петухова готовится к следующему турниру в конце октября. Она планирует выступить на чемпионате мира по кикбоксингу в Боснии и Герцеговине.